Ну вот, что касается второго дробного перегона чачи. Вот, у меня получился СС 43%. Я его не разбавляю, потому что, ну, чтобы изики остались в кубе, да? Если зерновых мы разбавляем, чтобы изики, наоборот, улетели с головой, то на фруктовых разбавлять не стоит. Чем крепче в кубе, тем лучше. Сборочка, если не тарелки, обычная, вот полметра у меня царга. Здесь вверху три медных РПН-очки. Значит, и дальше идет как узел классической ретификации. Ну, у меня здесь стоит просто по пару, покажухотрубный. Ну, царгу можно ставить, можно не ставить. Вот, что делаю? Да, 2D колонна, 2-дюймовая. Сейчас у меня вот 2700. На этой мощности я полностью ее отбираю. Никакого захлеба нет. Вот тут можно, не знаю, видно или нет, скрученную РПН-ку. И все делается, как обычно, сахар. Как обычно, сахар. Ну, конечно же, мощности намного больше из-за того, что здесь практически полупустая труба. Вода, это я сейчас только зашел, 32. Ну, обычно делаю 40-45. Как бы такой же контроль в верхней части, там, где пыжи. Вот, 77,2 или 3. Я сейчас открыл дверь, закрыл сквозняк, потому что температура изменилась. И сейчас у меня идет вот такой покапельный отбор голов. Все, как по калькулятору я примерно по сахарному выставляю 92 градуса в конце. И получается ровно обычно такое же количество, которое выдает калькулятор. Но все равно, конечно же, 10% голов, да. Все равно, конечно же, стоит головы пробовать, когда уже подходят они к концу. Ну и то же самое пробовать в конце спирт, да. Получается, я допускаю залет до 77,6. То есть на 0,3. Потом я кран закрываю один раз, даю еще раз поработать колонию минут 10 на себя, потом снова меньше чуть открываю, уже если еще один прыжок на 77,6, все, я отбор тела прекращаю и полностью отжимаю хвосты до 5 градусов где-то, потом эти хвосты пускаю на ретификацию. Ну вот, в принципе, и все.